В культурном центре «Фестивальная» открылась персональная выставка Снежаны Витецкой. Свою пятую экспозицию автор посвятила теме детства. Самый интересный и даже волшебный этап жизни художника писала в 34 полотнах. Для того, чтобы отразить в своих работах детскую наивность, ранимость и чистоту души, автору понадобилось 2 года, и результатами она более чем довольна. Будучи преподавателем в детской школе искусств, она, как никто другой, знает, как порой бывает сложно словить тот самый момент счастья и спокойствия, который проживает ребенок. Именно такими по-настоящему незабываемыми мгновениями и наполнена экспозиция. В каждой картине, говорит Снежана Витецкая, любой гродненец сможет найти себя. И что самое главное, вспомнить, чем же прекрасна та беззаботная пора детства. Героев своей выставки автор не выбирала, просто искала необычные моменты в повседневности и находила их в своей дочке, племянниках, воспитанниках и просто детях, которых встречала на улицах города. Мастак повинен с життя черпать свои образы, свое натхнение. От этих деток, с якими я працую, я черпаю натхнение свое. И это видать у моих працах. Бо они вот такие живые, за ими... Вось назирать вельми цікаво у житті, не так неяк час от часу, а на протягу довгого этапу, например, 5 годов, покуль ты выкладаешь этому человеку маленькому, ты больше бачишь его внутренний свет, его затекавленность, его некий клопот, его горыч, может, сум некий. И ты живешь у гэтым, ты неяк его клопотами ты живешь. Окунуться в атмосферу детства, созданную Снежаной Витецкой, может каждый гродненец в течение 3 недель. Персональная экспозиция будет работать до середины августа.